Своим культурным багажом ты мог бы быть в текстах королем. Но добавь к творческой единице миллион просмотров, и она станет нулем. А че, блядь, твой ебаный Оксимирон? Что стоит мнение этой мессии? Если ты умней, ты вышел как Гуччи Мэй. Еее, хуй тебе. Я Юджи Кейну творог, слушай, мой делает тверк, тверк, бути шейк, хуй тебе. Я не хотел батли... Всем привет, кто любит русский рэп, просто русский шансон и многих других жанров, которые касаются русской музыки. И это немаловажно то, что я сказал. Ну и, конечно, это касается русского рэпа. В этот раз я поговорю опять же про Оксимирон и Гнойный. Почему я решил все-таки снять про это видео? Потому что мне сложно мимо пройти этой информации, и у меня горит. Я просто посмотрел несколько видео в Ютубе. Оксимирон против Гнойного. Ну, просто эти слитые видео. Вот. Меня немножко бомбило от того, что когда люди говорят, ты жадный до хайпа, и это очень касалось Оксимирона, когда еще батл не вышел. Вот, много об этом писали, потом это немного все утихло, и все ждали, ну, я был просто в этом уверен, то, что многие ждали этот батл в этом году, и, на мой взгляд, это одно из самых долгожданных видео в Ютубе. Вот, поэтому я просто так не снимаю, мне кажется, это видео. Батл еще официально не вышел, но если вы следите за информацией, то обычно видео выходит либо в 19 часов вечера, либо в 20 часов вечера по московскому времени. Поэтому следите за новостями батла Оксимирон и Гнойный. Когда батл выйдет, официальное видео, я именно говорю, немаловажно, официальное видео на Versus Battle, то когда вы посмотрите это видео, то вы сами поймете, кто из них был лучше, Оксимирон либо Гнойный. То есть зрители сами решают, как и, мне кажется, я об этом еще говорил, когда судят судьи и когда мнение судей, как это правильно сказать, совпадает с мнением зрителя, и это немаловажно. Об этом я говорил и в прошлых видео. Еще немаловажно, вся тема, которая она касается, касается хип-хоп культуры в России. И это немаловажно. Это не русский шансон, это не какой-то джаз, и не другой жанр. Это рэп, и это немаловажно. Потому что рэп — это есть какие-то батлы. И все, что оно пришло с востока. То есть не с востока, а с запада. Где негры тусовались, там танцевали брейк-дэнс, потом уже пошел рэп и так далее. Вот, поэтому я еще раз повторю, что это, я считаю, по моему мнению, это самое одно из самых долгожданных видео в Ютубе. Это многие, кто еще ждут, хочет еще посмотреть. Вот, поэтому будем ждать видео и результаты батла Оксимирон против Гнойного. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй. Бледина. Винстон Крю, Винстон Черчилль, да ты Винстон Блю. Виа белорусы, твоя флейва туса, ты Дэдпул, да ты Виа мусор. Кингста гений, идейный лузер. Тараторит грайм, но за грайм.